вас есть крест? Есть. Когда вы его надели? Ну, у меня крест давно сразу, когда меня покрестили. Покрестили? Вы хотите мне сказать, что когда вы шли получать партбилет, он тоже был у вас на груди? Нет, я его не носил, но он у меня был. Здравствуйте. Итак, в прошлой передаче мы рассказали вам о том, как обыкновенный крестьянский паренек после того, как закончил училище и послужил в армии, оказался на производстве и очень быстро стал мастером экстра-класса, слесарем 6-го разряда. И вот тут раздался телефонный звонок. И не откуда-нибудь, а из райкома КПСС. Да, мне позвонили зайти в райком. Я даже был в недоумении, зачем это нужно, заходить туда. Вот, я пришел к заведующему отделом. Вот, он мне предложил, говорит, вот райком партии инструктором, как ты желаешь или не желаешь. Вот есть предложение, есть мнение, есть... мы с тобой давно наблюдаем, вот такой приблизительный разговор состоялся. Вот, я дал согласие. В те времена партия очень внимательно относилась к подбору кадров. И уж если человека приглашали на работу, то точно знали, что он, да, конечно, идейно подкован, но главное, что он может пахать. Таким был тогда и Женя Комаров. И первое его серьезное задание было Ковдор. Я приехал в Ковдор, это дорога Мурманск-Ленинград, вот в сторону финской границы, 100 километров есть Ковдор. Не было шоссейной дороги. Не было шоссейной дороги, был пролаз. Вот эти 100 километров люди проклинали судьбу и все и вся, ездили по 6, по 7, по 8 часов. Вот эти 100 километров. С камня на камень, вот машина только УАЗка вот так может. Ездили, значит, с топорами, с пилами, с шубами, с валенками, с водкой. Почему? Потому что в дороге могло все с лампами паяльными. Чего только не брали с тем, чтобы... если встречная машина придет, особенно если лесовоз, то все, не развернуться, не уйти ни влево, ни вправо. Или если дорогу машина перекроет поперек. Понятно. Если бы имена строителей дорог, как бирочка на том самом кабеле, писалось, то на табличке «эта дорога построена Комаровым» можно было бы такую табличку написать? Значит, я скажу так, можно, но в соавторстве с Сухачем, директором комбината, ну, понятно. Ковдорского комбината, и других руководителей того времени Ковдора, да. Вот наш там четверку однозначно можно табличку такую сделать. И второе, опять-таки, с этими руководителями, вот на сегодняшний день это, наверное, нормальное явление, а в то время было самое настоящее нарушение финансовой дисциплины, преступление. В Ковдоре на тот момент не было, вот не было телевидения. Вернее, оно было, но было... Какое счастье! Имею в виду сегодняшнее телевидение, господи. Да. Тогда не было, была одна программа в черно-белом изображении. Оборудование, производство где-то там 50 какого-то 4-го, 5-го года. Приехали специалисты, телевизионщики из Москвы, они как увидели это, говорят, слушайте, отдайте нам музей, не хватает, вот мы давно искали найти вот это оборудование, это первое, что выпускало отечественную промышленность. Я пригласил свой банк, она говорит, нас всех вместе в тюрьму посадят, ну, давай будем работать, ну, договорились, что мы будем все молчать, будем работать. Она согласилась, она сама жила, она может быть, даже услышит нас, Лидия Васильевна Любак была такая, молодец, она понимала проблемы. Вот. И мы начали работать, приступили к работе. Потом был такой секретарь обкома, курирующий строительство. Хороший человек был, Виктор Федорович Романенко. Он когда узнал, увидел протокол, подписанный мной, я не знаю, если Алексей Иванович Сухачев не передал музей эту бумагу, она у него была, он говорит, я обязательно передам музей. Вот этот документ, подписанный нами всеми, это документ, который подтверждает, с чего в Ковдоре появилось двухпрограммное телевидение в цветном изображении. Ну вот, когда он увидел эту бумагу, он, извините за это слово, он обалдел. Он говорит, слушай, вас всех сейчас в тюрьму пересажают. Сейчас приедет, будет уголовное дело, вы все, никому вам не работать. Короче, он поехал в Москву, используя все свои связи, возможности, чтобы узаконить эту стройку. В конце концов, он привез титульный лист стройки. Какая там смета была, в общем, понятно. Статус. Евгений Борисович, вот вы знаете, я слушаю вас, еще мне приходит в голову. Ведь это был конец 70-х, начало 80-х. Да. Было понятно, что уже не просто, так сказать, застой, а стагнация. Особенно в Кремле было понятно, что Брежнев не жилец, и все, что происходило вокруг него, тоже, в общем,
Вы же об этом времени вспоминаете, вот я чувствую просто внутренней, так сказать, с какой-то такой внутренней радостью, каким-то даже упоением таким вот трудовым, потому что удавалось, обходя вот этот, так сказать, идиотизм наш общий, не только партийный, тем не менее делать дело. А вот здесь в голове не зарождались тогда мысли по поводу того, что с этим совсем надо вообще принципиально кончать, а не обходить, что это надо ломать. Вот только честно, как, если это вообще не было в жизни, то так и скажите. Но не появлялись ли тогда мысли у вас, у партийного босса, извините, того времени? Я вам скажу, что не только у партийных, да у всех нормальных людей того времени. Это абсолютно точно. Я вот не кривлю душой, как вот на исповеди в церкви отвечаю, что ведь маразм, вот, старческий вот этот маразм руководства страны, ведь он у всех вызывал такое негодование, бурю негодования, ведь все же возмущались, все рассказывали эти анекдоты, все возмущались, все ходили, ну, кто особенно возмущался от того, что отправляли в Лефортово, так что не надо насчет возмущения. Между собою. Вот. Вот это другое дело. Не выходили на улицу там? Возмущался ли тогда товарищ Комаров, сказать? Я не выходил на улицу. Я не выходил с транспарантами, я не говорил, нигде не возмущался с точки зрения вот, улицы, но в беседе со всеми, с приятелями, с друзьями, возмущение это или осуждение, и что жить так нельзя, это однозначно. Да каждый второй из ваших друзей, извините меня, пожалуйста, я предположение такое сделаю, стучал. Вы что, этого не боялись? Ну, в принципе, то, что стучали, это да. Но дело в том, что было столько много людей, нормальных людей, которые возмущались тем, что происходит, то всех пересрать было нельзя. И ко всем предъявить претензии было тоже нельзя. Поэтому, да, стучали. А можно было положить партбилет на стол? Можно было. Вы этого не сделали? Партбилет я не выложил на стол. Да. Так вот, как тогда с этим, так сказать, сочетается это, с одной стороны, возмущение, а с другой стороны, вот, вроде как... И продолжение карьеры. Видите ли, в чем дело? Что была, нельзя забывать, что многое из того, что делалось, делалось свято, в веру, в святую веру, что делается правильно, делается осознанно, делается для человека и во имя человека. Да, наверное, это было действительно так. Да, при чем здесь Комаров? Я сам вступил в КПСС, когда понял, что о войне в Афганистане надо рассказывать только тогда, когда сам побываешь там. Но в отделе кадров, гостелерадио тогдашнего, говорили, Афганистан это за граница, а чтобы за границу поехать журналисту, надо стать членом КПСС. Стал. Но разговор не обо мне. Странная вещь. С тех пор прошла целая эпоха. Рухнула целая система. Но и сегодня, и сейчас, для того, чтобы сделать дело, нужно опять обходить закон. Сегодня, работая в должности главы администрации, я делаю не то, как выполнить закон, или исполнить какие-то надлежащие требования закона, а как обойти его, как найти... Знаешь, какой-то вы ужас сейчас говорите. Представляете, какой вы даете повод по этому поводу, допустим, вашим недругам, так сказать, похихикать, поутереть ручки. Ага! Значит, вот Комаров-то сам признался, он, значит, закон хочет обойти. Долой Комарова! Но есть другая штука, есть возможность все-таки... Сегодня нет. Нету. Нет. И, или идти полумерами. Полумерами добиваться каких-то полумер, но правительство не в состоянии очень многие вопросы решить, поэтому приходится довольствоваться какими-то полумерами. Да, Комаров не нарушает закон, он лишь обходит его в тех случаях, когда иначе не сделаешь дело. Но, к сожалению, этим очень часто... пользуются те политические силы, которые бы хотели занять место главы администрации Мурманской области. Удивительная вещь, но это практически всегда происходит тогда, когда речь заходит о выборах. Кто эти силы? Какие они? Почему делают это? Почему они пользуются поддержкой прокуратуры и органов безопасности? Об этом завтра.